суши, сучи. Мы зашли в массажный салон. Массаж для слепых. Заказали массаж ног. Стоимость массажа 110 тысяч донгов. 60 минут. Потому что в центре мы смотрели, было 30 минут 100, 90. 90. Ну, все равно здесь дешевле получается, здесь все-таки 60, там и ванны с травами, но посмотрим. Вот, принесли такие вот катушечки с лепестками роз. Опа. Распаривают ноги сначала тоже. Здесь, кроме лепестков роз, еще есть травка. Видим. Вода такая приятненькая, тепленькая. Ну, приятные ощущения. Ну, да. От распаривания ног. Да. Как массаж будет проходить? Посмотрим дальше, да? Да. А, не ног, ног. Ноги. Закончили массаж.